Китае, в Пекине настолько плотные пробки, настолько близко машины друг к другу едут, что все-таки водитель грузовика не рассчитал и зацепил наше зеркало. Теперь вот китайская разборка на дороге. Стоим уже 20 минут. Оказывается, и в Китае не все соблюдают закон и не все имеют страховку. Поэтому наш водитель пытается выбить какие-то деньги вот этих ребят из провинции, но они и платить не хотят, и страховки у них нету. И вот такая тупиковая ситуация. Вот этот маленький грузовичок с грузом, проезжая мимо нас, чуть-чуть не рассчитал расстояние и выступающим мешком зацепил наше зеркало, которое потом прошло через несколько ремней и треснуло в нескольких местах. Зеркало очень дорогое, поэтому они не соглашаются платить, а водитель настаивает до конца, чтобы они рассчитались прямо здесь. Вот парень решает с хозяином груза, может быть, с нами рассчитаться товаром, потому что денег у них с собой нет. Вокруг города Пекина, он огромного размера, 6 кольцевых дорог, и вот это приключение с нами случилось на 5-й кольцевой дороге. Пытаясь решить по-простому эту ситуацию, не получилось. Все-таки ребята через полчаса спора начали выставлять знак аварийный. Таки дождались полицию. Ничего не получилось по-хорошему. Так, на 5-й окружной дороге Пекина мы создали небольшую получасовую пробку. Если, будучи в Китае, вы захотите взять машину на прокат, хорошо подумайте, потому что большинство указателей в Китае выглядят вот так. Oh, yeah.
是那去哪里报报险去了？Ну вот, как всегда, довели ситуацию до того, что полицейский выписал акты, и разборки будут продолжаться в суде. А мы продолжаем свой путь.